Шестой эпизод. Непролитые слезы. Dobra. To was said to on fast. Yeah. Krish. Limo. Ola se fa. Revele. Ola se fa. Браночка, ну пожалуйста. Здравствуйте. Я ничего не могу сказать, Франочка, это пи***, это е***.
Raven. Do Love Fay. Lena Celebledo. Gossi. Esseoleto. Окей. Давай, Кэт, просыпайся. Бляха-муха, куда ты пошел, паскудина? Шисева ла аупа. Дю? Ла ви. О, мой пульс. Так, ладно. Это убого все, к сожалению. Ладно, ребят, достали. Блин, достали. Вы чё, совсем что ли?
Дуя. Дастин. Лина Селабледо. Raven and Lady Lei Toa Las Wese Shiwi Pula On Shisewa La Aupo Ansevi Love Fay Sewa Sachiya Juice and Noe Osho Juice Loa V to the Такая веселая музыка, а вообще, как бы, момент не самый веселый, но окей. Так, мы подходим. Мы подходим. Приближаемся. Love a blessing. Raven, Jazz Levidula, Zaza Tuse. C'est la Cisso. Cisso? Je veux... Cisso. Sachia! Zaza, Eva! Zaza, Sachia, Noella. Maleiju, Sema, Sachia, Sedui! Sachia, Usi, Najmoa! Also, Sacha. See, Evretta. Eleven? Oh, yeah. Juicy. So, yeah. Juicy. Mamma Odu. I'm Shibua. Ovoa. Вау!
небольшой. Надо учитывать, что это как бы бесплатный DLC, очень круто. Ну правда. И какая концовка? Вау. Врана отказалась от себя прошлой, чтобы у нее было. Чтобы было будущее ее, у той девочки. И, соответственно, она осталась той Враной, которая стала. Удивительно. Удивительно, конечно. Ну что же, очень классное DLC. Надеюсь, вам понравилось прохождение. Если вы не играли в основную игру Тираж 2, то должен вам сказать, что, ну, поиграйте. Вот, как бы DLC тоже очень классное. В общем, действительно достойно получилось. Круто. Ну вот, опять же, дополнительная история мы прошли. Основная история — это как раз то, что игра Тираж 2 и является. Можете сами пройти. Я вам советую, как я и говорил, она вошла в топ-5 моих игр, главных игр 2017 года. Так что обратите внимание. Спасибо всем, что смотрели, за внимание. У микрофона был Ром Лерий. Всем хорошего, увидимся в новых прохождениях. До скорых встреч!